Всем привет, мои девочки, мальчики! Сегодня у меня простой рецепт для похудения. Простой салат из моркови. Нам для этого потребуется морковь. Я взяла большую морковь. Вы можете взять среднюю. 3 яйца вареных. 100 грамм сыра. И 2 столовые ложки 10% сметаны. Вы можете взять оливковое масло, вы можете взять обезжиренный йогурт, можете взять домашний майонез. Что мы для этого делаем? Манипуляции очень простые. Мы берем нашу вкусную, сочную, красивую, гладкую морковь и натираем на крупной терке. Морковь мы натерли, сейчас перекладываем в красивую тарелку, чтобы было нам приятно из нее есть. Следующее мы переходим к сыру. Сыр мы натираем на мелкой терке. Лучше сыр возьмите твердых сортов. Он будет легче натираться. Вот такая красота у нас получилась. Мы сыр выкладываем к морковке. Следующие у нас идут яйца. Наши вкусные куриные, а может у кого-то перепелиные яйца. Яйца тоже перекладываем к нашим ингредиентам. Ох, чувствую вкуснятина. Следующее у нас идет и завершающее. Это сметана. 2 столовые ложки. 2 столовых ложки. Так, все. Сейчас мы это все тщательно перемешиваем. Соль я сюда не добавляю, так как у нас здесь уже есть сыр, в котором достаточно соли. Я просто добавлю, если у вас есть черный перец, пожалуйста, все по вкусу, как вы желаете. А я добавлю смесь перцев. Чуть-чуть припорошу для вкуса, чтобы чувствовалось, что остренько, вкусненько. Все, наш салатик готов. Всем приятного аппетита, хорошего дня, хорошего вам настроения. Худейте с удовольствием, девчонки, мальчишки. Самое главное, чтобы были результаты. Все, пока-пока. С вами Ксюша Че.